здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Жидких Ольга. Я гигиенист, в сети стоматологических клиник Мегастом. Работаю уже более 20 лет. В нашей профессии есть проблемы и вопросы, с которыми наверняка сталкиваетесь и вы. Например, такие, как особенности построения взаимоотношений с пациентом. Ведь зачастую пациенты не понимают, для чего его записывают гигиенист. Его никогда ничто не беспокоит, он очень хорошо чистит зубы. Вот с такими пациентами мы будем мотивировать их к определенным манипуляциям. Или, например, такие вопросы, как некоторые коллеги не до конца понимают, что же такое комплексный подход при лечении пародонтита. А ведь это важное звено в лечении пациентов в клинике. И от этого зависит качество работы других специалистов, ортопеда, хирурга, терапевта. Многих очень интересуют особенности гигиенического ухода у беременных и в лактационный период, антенатальная профилактика. Мы об этом тоже с вами достаточно подробно поговорим. Большим интересом пользуется разбор клинических случаев. Здесь мы делимся с коллегами опытом, дискутируем по поводу той или иной ситуации. Сейчас на стоматологическом рынке есть множество предметов гигиены для индивидуальной гигиены полости рта. Как же пациенту не запутаться и помочь ему в подборе той или иного набора? Для этого вы должны знать все новинки и как ими пользоваться. Вот такие и многие другие вопросы и проблемы мы с вами разберем на мастер-классе «Технологии работы гигиениста. Проблемы и решения». Вы получите хорошую, полезную информацию для дальнейшей вашей практики на гигиеническом приеме и для начинающих гигиенистов, и специалистов с опытом. Приходите!